Во дворце спорта «Триумф» прошли заключительные турниры любительской волейбольной лиги Юго-Востока Московской области и первенство городского округа Люберцы среди трудовых коллективов. На финальных играх были и мы. На волейбольной площадке встретились женские сборные команды городского округа Раменское и Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского. Техника игры отточена, девушки чувствуют себя на поле уверенно. Екатерина Ильина, командный вид спорта, любит с детства. Сначала был баскетбол, позже увлеклась волейболом. В финальном поединке она принесла своей команде сразу несколько очков. Спорт – это движение, движение – это жизнь. Надо играть в волейбол. Что сегодня было самое трудное? Забить последний мячик. За главный трофей турнира сразились и трудовые коллективы. Свои команды выставили общеобразовательные учреждения и производственные предприятия округа. Завод «Звезда» в этом году участвовал, завод «Меликамова». Это в целом любительское соревнование, оно никаким разрядом не имеет отношения. Мы просто развиваем, популяризируем волейбол совместно со спорткомитетом городского округа Люберцы. В первенстве округа среди трудовых коллективов в этом сезоне приняли участие 52 команды. Лучшие результаты в заключительной игре показали сборные люберецких школ. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.